Сделать выбор в пользу здорового образа жизни учащихся лицея призвали представители района организации Белорусского общества Красного Креста. В фойе лицея прошла акция против курения. Это, по мнению организаторов мероприятия, одна из действенных мер привлечения внимания молодежи к проблеме. Молодым людям не читали лекции и нотации, с ними проводили игру. Вот у нас спайсик на картулечка и курилка. Они питаются сугубо сигаретами. А вот у нас Ластенок. Он будет деткам раздавать конфетки за место сигарет, чтобы дети кушали конфеты, сладости, а не курили и не пользовались спайсами, не употребляли наркотики. Акция прошла под девизом «Обменяй сигареты на витамины и конфеты». «Откажись от курения, и ты не станешь убийцей собственного здоровья». В шутку или всерьез ребята откликнулись на призыв организаторов акции и меняли вредные сигареты на вкусные конфеты. Что ты выбираешь? Конфеты. Подожди. Организаторы мероприятия выразили надежду, что акция не прошла даром. Их информацию о том, что курение выходит из моды, а здоровый образ жизни побеждает, ребята усвоили. И, возможно, благодаря этому мероприятию в том числе, они сделают выбор в пользу жизни без зависимости от курения.